знайшов для бабранят, а повідав час і дівоз. Ми біжим бігом до тати у дом, розкажи нам знову що. Однова є історію, вачу зазяє здів. Для малих бобров і для всіх сябров, будь бобер, а побіді. Наступним разом буде інша гульня. Що ти робиш, тата бобер? Я спробую свої сили у садоводстві. Хотів би розбити клумби перед домом. З різнокольоровими квітками. Ага. Як у ботанічному саді. Як там. А ще ми зладимо зоопарк. Так, навошта, Бітті? Каб живяли радувалися квіткам. Вони хочуть щастя. Так само, як ми. Ведаєте, гэта нагадала мені одну історію. Да. І вона називається «Прийшла біда у зоопарк». Одночі директор зоопарку відчинив браму. І що тепер? Що здарилося, господар Спред? Ах, господар мер, це просто жудасно. Усі живели хворі. Як? Що з ними здарилося? Розум не іме. Мой страус стратив усе пер'є. Мой слон ходить як тінь. Мой крокодил не розіває пащі. А у жирафа скоротилася шия. Салюткий день целая армия ветеринаров оглядала живёл, але яны так и не знайшли, у чым проблема. Послухайте, спадар Спред, я потелефоную моему сябру Говарду Клифу. Ён вядомы лондонский ветеринар. Може, ён дапаможа? Я вельми рады, что вы тут. Добрый день, у чым проблема? Я не ведаю. Спокойно, я все хутко высветлю. Может, тут ничего серьезного. Ходим. У зоопарку ситуация погоршалася. Суставный растикулит, так само ведомый, как хвороба Макгрегора. Это дробяза. Это добро, доктор. Я так рады. Доктор Клифф написал свои рекомендации. Это заняло ему 3 дні. Працаўнікам зоапарку давялося 15 разоў ездзіць, каб прывезці ўсе лекі. Але праз некалькі дзён... Я не ведаю, як вам дзякаваць, доктор Кліф. Вы зарабілі вялікую працу. О! О! Ратуйце! Усё горш, чым раней. Дзе тая кніга? Сусветная кніга ветэрынараў. Тут павінен быць нехта, хто нам дапаможа. Сеньор Альфонсо Ренардо з Мадрыду, спадар Кляус Гесан з Берліна, Буана Каола Матума Луме, знаўца афрыканскіх жывёл ды спецыяліст па адчайных выпадках. Так. Прафесар Каола Матума? Так, гэта можна лёгка арганізаваць. Я еду ў Брусэль на адкрыццё новай лякарні папугаяў. Я завітаю да вас па дарозе. Доктар, я так рады, што вы тут. Не турбуйцеся, мой даражэнькі. Вось што ім трэба. Каола Матума цяжка працаваў увесь дзень. Яго асістэнты бегалі туды-сюды, носячы яму ўсё, што ён прасіў. Усё пад кантролем. Гэта ўсяго толькі грып. Дайте кожной живёле по 3 кроплі ружовой воды и 2 лыжки бананового сиропу. А завтра всё будет в порядку. А где все? С подарами жирафа, что здарылось? Ах, Робин, это ты. Мне так самотно. Мы все хворые. Магчыма, табе трэба да лекара. Я была ў лекараў, 10 лекараў. Ніхто не можа нам дапамагчы. Мы тужым па нашым доме, па шырокіх адкрытых прасторах. Табе патрэбна шырэйшая клетка. Пачакай. Добры дзень, спадар Спред. Ах, гэта ты, Робін. Я не ведаю, што рабіць. Усе жывёлы хворыя. Ніхто не можа дапамагчы. Ніхто. Ёсць адна рэч. Якая? Всё, не важно.
Проблемы у зоопарку. Я чув, что живёлы захворели. Цікава, чи проблема? Господар Спред, вы можете сказать нам, чему зоопарк зачиненный? Что отбывается? Ничего серьезного. Больше ничего я не могу сказать. Поколь. Им довелось чекать три долгие тыдни. Потом в один судовный день зоопарк знов отчинился. Что здарылось? Господарство? Усё добро, дякуючи Робину. Запрошаем. Там не засталось ни водной клетки, усе краты зникли. Замест их была широкая открытая простора, где свободно бегали усе живёлы. Робин вырос и стал керауником агентства аховы живёл. Коли вы хочете с ним сустреться, спытайте старого льва с бушу. Это конец истории Робина. Слушно. Треба размовлять с живёлами. И слухать их. Я вырешила, что коли вырасту, буду ветеринаром и буду клопотиться про живёл. Добрая идея, Битси. Тут ты не напрацуешься. Новокольные живёлы не хвореют. Я на всё одно хочу их ратовать. Мало вы их ведаете. У живёл так само бывает стресс. Правда, тата бобёр? Что у них бывает? Битси, моя рацию. Живёлы могут захвореть, коли их наполохали. Або дрэнна с ними обыходились. Ага, ось так. Это у тебя стресс, бо ты боишься темры. Я моя рация, Битси. Коли я вырасту, я доведаюся, як и научусь измагаться со страхом. Доведется робить это у день, ти не так. Бо ты боишься темры. Няма ничего дрэнного у страху перед темрой. Я не боюсь, только коли саправды темно. А не кротельки? Николи. Ты ж боишься уластного теню. Ах. Это нагадало мне одну историю. Расскажи нам, ты ласка! Яна называется «Злый день, якого никто не бачил». Одной пригожей раницей спадарыня кротиха працавала на лузе. Беда, где я покинула окуляры, ничего не бачу. Ням, ням, смакота. Кто ты? Аня, ешь меня! Ратуйте, поможите! Беда, что я ее укусила. Кротиха без окуляров не познала спадара труса. И она побегла стерахчи свою сябровку, спадарыню жабу. Спадарыня жаба! Спадарыня жаба! Вось вы где! Здарылось нечто жудостное! Кали, рассказывай! Это был некий кошмар. Я бачила монстра у меня на лузе. У яго были великие завостренные уши, и он хотел меня съесть. Саправды? Я певна, что он и жаба меня гребує. Есть и жаб? Что за жудостая идея? Ратуйте! Аня, ешь меня! Это ж спадарыня жаба, як маетеся? Лепш не пытайте. Вы некая нервовая спадарыня жаба, что здарылась, а? Вы николи не догадаетесь, жудостная пачвара спробовала з'есть спадарыню крот на ее уласном лузе. Не, неверогодно. Яшчэ як? У яе завостраныя вушы і вялізныя сківіцы, і кажуць, яна ўсё з'ядае, нават качак, спадарыня крот казала. Нават качак? Але гэта жудасна. Нешта трэба рабіць. Дапамажыце, дапамажыце. Дапамажыце. Спадар качар, якая нечаканая сустрэча. Шаноўны спадар алень, я мушу асцерагчы вас. Жудасны монстр хоча нас з'есці. Ён напаў на спадарыню краціху на яе лузе. У яго завостраныя вушы, вялізныя сківіцы ды вострыя іклы. Сапраўды? Яшчэ як. Спадарыня краціха сказала спадарыні жабе, а тая асцерагла мяне. Катастрофа, бяда. Добрый день, спадар олень. Ах, спадар кабан, жудасные новины. Страшная истота уворвалася на луг. У яе завостренные вуши, велизарные скивицы, вострые иклы да палаючие вочи. Ты жартуешь. Это абсолютно докладно. Ён поглынае усіх, кого знойдзе. Кроты, жабы, качки. А яшчэ ён любіць дзікоў. Спадарыня кратиха сказала спадарыні жабе. Тая спадару качару, а ён мне. Я добра пачу, ён любіць дзікоў. Гэта жудасна. Яго трэба спыніць. Раз і назаўсёды. Боже, усе ў небяспецы.
Спадар трус, у нас беда. Монстр ворвался на луг до спадара некрасифи. У него завостренные в уши, вялизные скивицы острые, иклы, жудасные червоные очи. Никто еще не бачил такого злыдня. Каб вы ведали, я провел целый день на том лузе и никого не бачил. Да. У страха в очи великие. Вось и все. Я ведаю, что отбылося. Я и наполохал у тень труса. Певно, зато я спадар трус зусім не сполохался. Так, як и я. Бачите, некоторые створают проблемы на пустым месте, и потом с гэтага вырастает нечто небеспечное. Николи не повторяйте чуток. Правда, что? Ага. Носить шмат таких історіяв про запас. Под своїм вялізним парасоном знов збере йо нас. Ті на гори, ті под горой, ми навкол його сядім. Для малих бобров і для всіх сябров будь бобер, а победіть.